До 1000 метров нужно добраться, текущая наша задача. Но при этом у нас не должен закончиться бензин, мне нужно перевернуться и еще масса всяких нюансов. Блин, ребят, вы бы хоть сказали, что это опять то же самое место. Нас опять несут на носилках, но сейчас, точняк, вот 783, точняк, проедем это место. Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Mini Racing. Нас ждет гонка на машинке. Вот на такой машинке. Почти похоже на карты. Нажмем Next. Здесь у нас, наверное, можно прокачивать движок, коробку передач, шины, трансмиссию и, конечно, бензобак. Напоминает одну игрушечку, в которую мы с вами недавно играли. Итак, начнем. Загрузка, поехали. У нас есть газ, тормоз. Go! Так, неровная дорога, оффроуд. Получается, нам нужно проехать 500 метров. Мы проехали уже 160, 170. Собираем бензобак. Как не закончился бензин. Собираем монетки, денег на... Копим денежки на апгрейды. Забираемся в большую горку. Перепрыгиваем эти колесики. Графика такая интересная. Как бы декорация, да, получается. Создатели игры специально не заморачивались, не дизайн, наоборот, на этом дергаться. Так, чуть не перевернулись. А до финиша совсем уже осталось ничего. Опа! Мы достигли финиша. Так. Оказывается, это был не финиш, это была контрольная точка. А я расслабился. Но ничего, сейчас продолжим. Ага, заново, да? Ну ладно, тогда заново. Трасса небольшая для контрольной точки. Так что попробуем заново. Главное не перевернуться. И здесь у нас газ тормоз. То есть положение мы никак не управляем машинкой, а только пользуемся газ тормоз. Опа! Горочка. Перед горочкой нужно разогнаться, посильнее, чтобы в нее обязательно заехать. Так. Опа! Забрались. Прыжок. Отлично. Собираем дальше монетки. Есть по 5, по 1. Так, бензобак. Теперь у нас он полный. Нет. Опа, на тормоз нажали и выправили положение, отлично. Фу. Фу, ребятки, чуть опять. Мы перевернулись с вами. Так, проехали первую контрольную точку, следующая 1000, прыжок. Отлично. Съезжаем в горку. Так, еще один прыжок, через шины. Так, разгоняемся, собираем монетки. Мини-рейсинг, на плакате написано. Опа, бензин заканчивается. Так, берем бензинчик, наполняем полностью бак, прыжок. Опа. Перевернулись вперед. Так, сейчас, судя по всему, начнем с этой же сначала. Интересно, что здесь за система. Так. До 500, потом до 1000, а потом все скидывается. Так, ну попробуем проехать максимальное расстояние. Так, заехали, торопиться не будем. Опять же, если не торопиться, бензина не хватит. В общем, будем в среднем темпе ехать. Так, забираемся в горочку, собираем монетки. Так. Перепрыгиваем шины, перепрыгнули, отлично. Хорошо, что у нас есть каска. Она нам поможет в случае переворотов. Ребятки, если кто-то играет в эту игру, напишите, пожалуйста, и кто как максимально далеко зашел. И какая вообще здесь система?
сначала до 500, потом до 1000, это ли бесконечно стрелять или как? Ну, почему-то все сначала всегда. В комментариях пишите, пожалуйста. Так, заезжаем на горку. Прыжок, перепрыгиваем в шины. Опа. Так, немножко забьем. Так. Ага, вот так забьем. Прыжок. Так, проехали. Первые шины. Кончается бензин. Вот как раз. Как раз канистра нас выручает. Едем дальше. Так, с горочки еще даже 1000 метров не доехали. Так, здесь. Блин, ребят, в том же месте. Как так? Сейчас опять что ли все заново? Обалдеть. На носилках нас утащили какие-то две странные шапки у ребят из скорой помощи. Так, ладно. Стартуем! Минимо! Так звучит название создателя этой игры. Игра, в принципе, мне нравится, нормально. Можно поиграть. Сейчас еще осталось разобраться в задании, какое нужно выполнить. Или докуда добраться. Хотя бы ладно, сейчас задача у нас текущая — добраться до 1000 метров. Мне кажется, что сейчас мы это сделаем. Главное вот то местечко проехать, как-то пролететь, не знаю. Дважды уже на нем застопорились. Дважды не смогли проехать то место. Так. Ребят, кто-то катался из вас на картинге? Если катались, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну и свои эмоции. Насколько круто, как вам понравилось. Я вот лично не катался. Наверное, стоит попробовать покататься. Наверное, увлекательно. Так, 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 так. Так кричит, если собирается падать. Серьезно. Так. До 1000 метров нужно добраться, текущая наша задача. Так, но при этом у нас не должен закончиться бензин, мы не должны перевернуться. И еще масса всяких нюансов. Блин. Ребят, вы бы хоть сказали, что это опять то же самое место. Нас опять несут на носилках, но сейчас, сейчас. Точняк, вот 783, точняк, проедем это место. Вот, вот уверен, все. Так, 783, нужно запомнить. На этом же месте, на этом же месте. Как напоминалку себе поставь. Так, забираемся на гору. Блин, классно у него машинка вообще. Наверное, ее покрасить можно. Да и каску тоже. Может быть, дырочку можно сменить. Это дальше, наверное, когда прокачиваешь, там деньги копишь, что-то меняешь, модернизируешь, прокачиваешь. Так, приезжаем какой-то сарайчик. Непонятный. Заезжаем в горку, собираем монеточки. Так. Вон дирижабль, кстати, стоит. Можно на нем, наверное, то место проехать. Осталось только дирижабль как-то завести. Так, бензоколоночки типа. Берем бензобак. Опа. Заезжаем в очередную горочку. Так. Так, здесь тоже все отлично. Едем, едем, едем. Так, так, так. Опа, прыжок. Опа, дальше, 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 дальше. В горку, в горку, в горку, в горку. Топим, 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 топим. Время, время, время. Опа, так. Здесь мы вот так поступим с разгоном. Перепрыгнем шины, колеса. Как в прошлый раз. И топим. Фуллов. Так, 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 так. Вот, конечно, вот. Так, 783, приближаемся к тому месту, где мы не... Как? Как так? 772 метра. Так, попробуем в последний раз. Делаем ставки, ребят. Получится у меня или нет? Нажимаем на газ. Итак, поехали. Последний заезд. Все или ничего. Получится у нас проехать и пробить 783 метра рекорд или нет. Я ставлю на то, что получится.
Так. Самое главное, ты где-нибудь сначала не перевернулся. А то вообще будет обидно. Хотя бы на том же самом месте, либо-либо. Я, честно говоря, даже стратегии не понял, как его проезжать, там, разгоняешься, если то втыкаешься, а если не разгоняешься, то переворачиваешься. Так, ну ладно, там, про ситуацию. Так, берем бензинчик, теперь на снова полный бак. Так. График, конечно, огонь. Ну ты специально так и задумала. Свои простые берет, в принципе, верхнюю. Но зато вот сама машинка, она детализирована достаточно. Ну, красиво смотрится. А декорации, конечно, так. Может, у меня настройки в игре стоят минимальные? О! Так. Ну все, ребят. Я свое обещание выполнил. 738 или 83 я миновал. И сейчас у нас уже новый рекорд. Пока еще не зафиксирован. Так, тут надо торопиться, наверное, это. Так, у нас бензинчик вертушка. Во-во-во. Вот. Именно здесь мы заканчиваем нашу поездку. И мы установили новый рекорд. 942 метра. Вот наш, получается, гонщик смотрит бензобак, он пустой. Даже капли не капнет из него. Вот надо же. Ладно, ребят, всем спасибо. До новых видео. Всем пока.